Всем привет! Сегодня у нас, как вы поняли из названия видео, про посылку с AliExpress. Это струны для акустической гитары. Шесть струн. Вот приходят, они выглядят вот так вот. Я уже тут надрезал ее. Стоит немного, по-моему, 100 рублей где-то. Пришло быстро, оно давно просто у меня лежала посылка. Вот так вот они выглядят. Разноцветные струны для гитары акустической. Сейчас мы дальше вскроем маленько. Сейчас я их достану. А, тут что-то по-китайски написано, что их код. Вот они запутаны тут все. Сейчас мы их распутаем. Ну такие нормальные. Сейчас. У меня просто у гитары гитару тоже с AliExpress покупал, там струны порвались. Вот. Пришлось вот такие купить. То есть вот они разноцветные такие, 2, 3, 4, 5, 6 струн, да. Не обманули. Вот так вот они выглядят. Большая, поменьше, поменьше. Вот сейчас их поставлю, но вам показывать не буду. Это все долго настроить, и можно снова играть, всем на нервы действовать. Вот такое видео у меня получилось на китайские струны. Да, они ничем не отличаются от русских. Я не знаю, не вижу отличия. Все одинаковые. Может, то, что в Китае все производятся. Ссылку на них, на продавца, на этого, которого покупал, я оставлю ниже. В группу ВКонтакте. Переходите по ссылке, кому нужны эти струны, покупайте. Покупайте, приходит все быстро. Задержек никаких, дней где-то за 14 к нам в Сибирь сюда пришло. Ну там тоже с какими-то там сингапурской там этой почтой шло там на, через океан, потом на самолете. Ну, в общем, дней за 14, за 17 где-то они прилетели ко мне. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Мне вообще похер.